Far Cry 5, это обычное прохождение, и дальше мы проходим. То есть мы закончили на том, что мы освободили кого-то, мы теперь как-то попали на регион Иоанна. Я не знаю, я был здесь, я был... Насколько я помню, я был... Сейчас скажу, где. Я был в... Я забыл, где я был. Я был вот здесь. Теперь я появился почему-то здесь. Это как-то странно. Ну да ладно. А где я сейчас? Кто бы мне сказал еще? Покажите, где я. Вот он я. Почему-то я оказался здесь. Странно, не правда? Но это не самое прикольное. Самое прикольное позже расскажу. Ладно. Самое прикольное, это что мы должны попасть сюда. Так что полетели. Садимся на наш вертолет. Спас нескольких моих друзей. Спасибо тебе. Так. Мы пока готовимся. Так, выбираем теперь. Акулу. Выбрал акулу. Ну, акула-то где? Ты меня застал за одним важным делом. Сейчас стряхну и помчу к тебе. Слава богу, вы выбрались оттуда. Тихо. Давай, садись в тачку. Гасит! Хорошо! Скоро этот знак не дал больше никого. Я забыл, как взлетать. Как взлетать? Нет. Нет, 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 нет. Не выходи из тачки. А ты бегаешь тут? Блин, да как сесть-то? Берегись. Давай, садись. Сегодня ты спас нескольких моих друзей. Садись, садись, спасибо, садись. Тебе. Давай, 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 давай. Акула, акула, акула. Садись. Ты сел. Погнали туда. Так. Можно вот так вот разворачиваться сразу. Летим, летим, летим. Мы должны долететь до туда. Я не знаю, что там. Эй, как ты там? Я слышал, что произошло. Джером молодец, а? А тебе спасибо, что освободил наших людей. Иоанн будет в ярости, да хер с ним. Так. Продолжаем в том же духе. До связи. Это врата Иоанна? Охренеть. Это врата Иоанна. Я дошел. Я дошел до босс-раунда. Вали их. Тебя завалить-то, ё. Давай, давай, давай. Всё. Давай, давай, давай. Акула, стреляй. Это прикольная вещь, мне понравилось. Она мне пригодится, походу. Готовы к встрече с Башау, недоумки! Так. Пошлите. Так, патронов у нас все меньше и меньше. Ну да ладно. Так. А где они? Что это вообще за место? Я иду тут. Ну ладно. Ну да ладно. Удачно, что у меня в кармане запасные трусы лежат. Почти чистые, я бы сказал. По-другому. Что это такое было вообще?
Что это за карта? И что я освободил? Врата Иоанна? Ну и что? И где наши? Я же, по-моему, освободил их, нет? Пойду прогуляюсь! Прикрой! Что такое? Где наш верт? Наш верт тут. Сбить его, что ли? Прикрой, я иду. Попади. Иду. Нет, не попал. Давай. Опа. Попал. Есть. Убил. Следи за небом, помощник. Так, где там мой... Где моя... А где моя пушка? Уже. А! Вот дерьмо! Еще одна осталась. Ну давайте что-нибудь там. Вот так. Давайте. Забыл? Блин. Чуть не окочурился. Так, верты. Так, окей. Теперь мы летим куда? Так как врата Иоанна уже все, у нас осталось еще что? У нас есть какая-то еще гора. Не знаю, что за гора. Yes. Давайте слетаем туда, я не знаю, что там будет. Но посмотреть вообще хочется. Я не смотрел. Давайте посмотрим. Так, это куда нам? Это туда нам. Поехали. По слухам, во время холодной войны тут стояла ракета, нацеленная прямиком на Москву. Я не знаю, что там за... У меня лагает начала игра. Нет, у меня прогрузился мир просто. Да ладно. Вы видели бы мои FPS сейчас вообще в игре? То, что я еще на средних настройках играю, это вообще... То есть это не 4К. Ну да ладно. Давайте. Едем. Ну и что это? Я просто всегда хотел доехать до сюда вообще, посмотреть, что такое. Просто буквы. Yes. Все, больше ни хрена нет. Так что все это хрень. Так, просто буквы. Да, дальше. Полетели туда. Нынче вкусные поссать пойдешь, даже там секрета найдешь. Суки. Летим. Так. Летим. Мы сначала туда полетим, посмотрим другое место, полетим, освободим всех этих, выполним все особые задания. И, возможно, тогда что-то откроется. Сейчас посмотрим. Летим. Так. Не знаю, очень медленно он летит. Я вот даже не знаю, он очень медленно летит этот. Ты веришь в призраков? Это все равно дофига. Так, что нормально. Долететь можно, по идее. Уже примерно можно садиться. По идее.
давайте садиться уже. Не знаю, что это. Тоже какая-то фигня. Надеюсь, я через деревья тут ничего не будет. Ладно. Узнать, что там горит. Я хочу очень узнать, что там может гореть. Вот, это какое-то ранчо Иоанна. Давайте туда просто летаем. Сейчас на ранчо к нему слетаем. Так, давайте. Садимся. Тихо. В смысле, а что? Я просто не туда подлетел, видать. Я к какому-то домику подлетел. Мне нужно туда. Тихо, все. И смысл, а где дом? Дома-то нету. Или, может, я что-то не понимаю. Ну что, я здесь и что? Это Грейс. Дом-то где? Вот он. Что это за дом? Где он находится? Его что, здесь нету вообще? В смысле? А, вот он. Все, просто здесь немного неровно. Ладно. Забудем. Тихо, все, садимся. Ой-ой-ой, тихо. Слезай. Давайте возьмем. Пока я бегаю. Так, ты убитый. Сюда! Нужна помощь! Валите нахрен от памятников! Так, куда мы идем? На крышу как забраться-то? Вы чё? Я никуда не денусь, ублюдки. Граната? И чё, куда? Окей, побежали. Папа! Кто заказывал пинки под зад на второе? Так. Все, по-моему. И чё он меня, то есть, здесь появился? Нет, не здесь, ладно. Ну а как до тебя долезть? Расскажи, а то я не знаю. Прикрой, пока я бегаю! Так. Как не залезть-то? По-моему, насколько я знаю, все здания в этой игре нет, тут не, нет эй, такого. Я наверху! В школе нас к такой херне не готовили. Там я не доучился. Ну как я залезу-то? Лестница, может, есть? Точно есть. Как я запрыгну-то? Да ладно. Я Грейс. Мне рассказывали, кто-то тут портит жизнь эдемщикам. Ты вовремя. Ладно, сектанты скоро будут тут. Нам нужно защитить эти ладно. Могилы, чтобы поддержать дух сопротивления. Что здесь есть? Чел какой-то. Конечно, конечно, так. Жестко. Ладно. Защитить. Ладно, попробую. Хоть я такого не проходил ни разу, но ладно. Ладно, пофиг, я спрыгну. Тихо.
поток. Уже решено. У нас гости! Давай ты стоишь там, я стою тут. Давай ты стоишь там. Пойду прогуляюсь, прикрой! Ай, красавцы. Чё? Ну чё ты не помогаешь, алло? Встань сюда. Я переберу, что брать. Тихо, 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 тихо. Кажется, все норм. У нас гости! Так. Все нормально. А что ты будешь? Враг на юго-востоке. Ну я что сделаю, блин? Все на юго-востоке. Блин. Тут пока запрыгнешь вообще. Полдня пройдет. Давайте, сколько времени-то осталось, и что? Я только оттуда ушел, блин. Отлично. Так, отлично. Что ты творишь, блин? Покажите, на что... Должна признать, без тебя было бы тяжко. Я тебе должна. Немногие готовы вступиться за других. Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе, секта нас не сломит. Вот черт. Так. Так. Ну, я его почти убил. Осторожно. Ну! Акула! Акула, пожалуйста, ну где ты? Чёрт, ну почти. Блин, огнеметчик убил меня, ладно. Не, ну я ему тоже хорошо так урона дал. Вообще хорошо ему, ну ладно. Но зато он меня убил. Ну да ладно. Сейчас посмотрим. Давайте, мне что-то залагала игра. Действительно что-то залагало. Это странно. Потому что я не знаю. Она действительно залагала игра что-то. Я даже не знаю, что делать. А, все. Все, нормально все. Начало грузиться, ладно. Я-то думал, совсем залагало. Ладно, давайте. Что-то даже эта штука теперь грузится. Давай, грузись. Давай, грузись. Все, давайте, погнали. Так, мы
все это сделали, мы все выполнили, поговорить. Так, меня что-то залагало. Опять же так. Давайте поговорим. Помощник, ты там где? Эй, есть минутка? Я тебе должна. Немногие готовы вступиться за других. Нужно будет убивать эдемщиков, зови. Я у тебя в долгу. И все? Так. А где этот? Давайте попробуем. Давайте попробуем Грейс. Пока что. Я не знаю, давайте попробуем ее. Как тебе, Грейс? Я знаю ее с детства. Честно, суровая. Ее отец был солдатом до мозга костей. А она стреляет даже лучше. Прикроет тебя, когда запахнет жареным. Что за пристань? Пристань. Пошли. Рейс. Так. Сектанты крестят людей около Ризни. Освободи моих друзей и переведи через реку. Хорошо. Но я сначала лучше пойду сюда. Надо пристань. Начала эту фигню. Если где? Бежит. Мы для них теперь главная цель. Если выживем, то сломим их дух. Смотри, что будет. Не знаю, пошел у нас. Не знаю. Меняю позицию. Тихо. Тихо. Черт, блин, я-то не знал, что это какие-то пленники, блин. А я сказал, короче, ей стрелять, она начала стрелять почему-то. Тут игра вообще, наверное, не понимает, где свои, где чужие тоже. Покуда жив Иоанн, здесь не будет. Ну и как у меня вообще, я постоянно тоже своих убиваю. Блин, потому что Грейс непонятно где ходит, блин. Поэтому не могу пройти. Конечно, блин. Она там ходит где-то непонятно где. А я должен примочить их всех. Черт! Да ладно. Ну хотя бы Грейс есть. Блин, почему я не упал не туда, куда надо? Давай, добеги до меня. Ну беги давай. Тупец. Почему так? Ну да ладно. Давайте. Сейчас пройдем, нормально все будет. Так. Только надо осторожно. Так. Сюда.
долине Холланд будет бойня. Сектанты дадут отпор. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Тихо. Прикрой меня. Интересно, они знают, что их ждет? Меняю позицию. Тихо. Ответ нет. Тихо. Есть. Тихо, будешь меня прикрывать. Устроим им демонстрацию силы. Я дал. Бывает же. Смогу. Жатва душ, грязная работа. Как же меня угораздило. Выполняю. Все, волнуйся. Спаси меня. Спасибо, ты без тебя пропал бы. Помоги мне. Эти парни просто психи. Меня бы убили. Спасибо. Вытащи меня. Так, все. Хорошо. Автоматы. Как-то странно через дом это взял, ну да ладно. Черт, было круто. Ты дашь пройти мне или нет? Че там? А. Куда вас сопроводить-то, йо? Да куда вас сопроводить? Скажите, пожалуйста. Пронесло. Ну да ладно, пошлите. Куда идем? Вы что, за мной что ли будете ходить? Я буду здесь ходить, она будет за мной ходить, конечно. Куда идти-то? Хорошо. Тихо. Что-то непонятно как-то. Так, здесь кошки. Тихо. Опа. Так. Ну, побежали, чё? Чё стоите? Побежали. Проводите. Давайте сюда быстрее, давайте. Где вы там? Ну давайте сюда, вы где? Давайте. Куда вас надо? Я вижу страх в глазах наших противников. Видимо, они поняли, с кем связались. Это хорошо. Ладно. Так, окей. Видимо, надо лодку. Насколько я понял. Пошлите, давайте. Так, что же мне купить? Такую лодку, наверное, куплю. Погнали. Сюда? А куда вас сопровождать? Кто бы мне сказал еще? Сопроводите. А куда их сопровождать? Куда? Вы мне скажите, куда их сопроводить?
блокпост, будь осторожен. А, ну я здесь и есть. Ну что такого? Пристань. Ну что я здесь? И куда мне идти? Ладно, пошли где-то. Ну куда я сопроводить-то, я не понимаю. Вы мне объясните. Дальше туда. Причем делать нечего, я лодку купил. Садите, ходите. Рядом есть задание, сопроводите. Я сопровождаю. Сейчас. Я сопровождаю. Так. Так, побежали. Я не знаю, куда вас сопровождать, я просто пойду туда. Потому что другого тут нифига нет. Ну, идите сюда, вы чё? Сюда вам надо или куда? Лут. Раслут возьму. Секта тебя ищет. Да, их надо было сюда, ясно. Буду знать. Святоши бесится. Спасибо, что освободил Фолса. Как жизнь? Какие-то местные пироманы засели в старом автобусе неподалеку. Вроде хотят дать бой святошам. Сейчас посмотрим. А, что там, кстати? По навыкам. Навыкам у нас два. Два навыка. Это давайте мы пока что купим. Это парашют. Сменить парашют, видимо. Так. И давайте сейчас я... Куда его загнать-то, блин? А, вот сюда. Я хотел сюда. Что там самое ближнее? Когда фигня? Давайте сюда. Переместимся сразу. А что тянуть-то, блин? Давайте перемещаться. А то... Пока туда, блин, лодку. Просрал лодку. Да ладно. Пофиг на эту лодку, как бы лодка. Что с этой лодкой? Опять ее заспавню просто и все. Где-нибудь. Так можно и так побегать. Так. Пошли. Выживальщики как белки. Найду позицию получше. Так. Че говорите? Сектанты. Черт. Все. Типа больше нету. Че, поехали к ним тогда? Бля, примет меня. Давай, давай. Погнали. Вижу врага. Что за? Давайте погнали, да? По-моему, я его убил. Не уверен. Помоги мне! Конечно, ее тоже надо было ранить. Это ж так важно прям для игры вообще. Давайте, что там у нас было? Не люблю тишину. Появляется слишком много мыслей и воспоминаний. Вот они. Эй. Пошла. Нужно найти обзор получше. Тихо. Моей семьи. Только попробуй поцарапать. В бункере сектанты хранят все припасы. В том числе и еду, которую забирают у нас. Спасибо. Поехали. Что за? Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Я только учусь общаться с людьми. Поехали.
сразу так напрямую поем все по полям. Так, готовимся. Раз, два, три. Оп! Поля! Она сказала то, что только попробую поцарапать. Она уже и так поцарапала. Так. Собираемся, да. Давайте с ним разберемся. Меняю позицию. Отсюда не хрена. Найти виновного и убить на месте. По-моему, это все, я не знаю. Что это такое? Ты не спрячешься от Бога! Убей его! Твою мать! Стрелять ты вообще умеешь, нет? Ты вот его мы помочу. Это тревога! Подмога в пути! Мою мать! Иди сюда! Выхожу! Давай теперь сюда. Скажи, где он? А, вот. Ясно. Сюда, иди. Грейс, мать твою. Меняю позицию. Надеюсь, мы возьмем тебя, ты где грешный? Так. На тебе, гад. Неудачное место. Меню позицию. Еще раз, какой транспорт потерян? Какой там должен быть транспорт? Я не знаю, какой транспорт. Я не знал ни о каком транспорте. Ну сейчас ладно, посмотрим, какой транспорт там должен быть. И где ты? Ну типа, пошли, пошли. Иди сюда. Нет? Или что, я все один должен делать? Сейчас чекнем, кто это сидит. На какой позиции? Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Ну, все. Мы вместе придем к проблемам. Ян велит стрелять в чужаков, не раздумывая. Мы применим силу. Пошла. Нужно найти обзор получше. Закончим это! Найду позицию получше. Идите разберитесь там! Враг возле здания.
отец укрепил мою веру. Для тебя нет спасения. Иди, пожалуйста, судьи. Включаю. Я будто суперзвезду охраняю. Меняю позицию. Знал бы я, как летать еще. Так. Покажите мне, как летать, блин. Я не знаю, как летать на самолете, короче, здесь. Ну и что, мне сейчас опять заново их мочить, что ли, или что? Или нет? Скажите, пожалуйста. А, нет, все спокойно. Погнали. Ну и чё? Ну лети! Все понятно. Ну как так-то? Ну лети! Мать твою! Сраный самолет! Почему ты не летишь? Стой! Погнали, 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 погнали! Ускорение вообще не работает, по-моему. А, не работает. Все нормально, все летит. Уже не лечу, а просто вот уже какие-то эти делаю так. Тихо, 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 тихо. Не надо мне ускорение, не надо. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Так, давай, 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 давай. Так. Вот так получилось. Так. Держи ровно. Прекрасно. Кто-то в технике таки шарит в самолетах.
Да. Помните ту миссию, которую я не мог пройти, короче, с рекой, там надо было как-то лететь. Но почему-то мне хочется пройти ее еще раз. И попытаться пройдет ли я. По-моему, я пройду. Если я научился летать. Еще раз сказал, как снижаться, это было бы очень круто. Так. Стой, осторожно. Посадка, дружище. Двигайся ко мне, я тебе махну. Так. Пока что давайте просто. В принципе, все, я сделал.
блин. Ну, нормально, в принципе, нормально. Не взорвался. Нормально. Боже мой! Боже мой, охренеть! Твою мать, получи! Все, у нас получилось, ребят. Мы это сделали, мы. Ты неплохо разогрел пушки, но я раскалю их до бела. Ким дома? Позаботься о ней, дружище. Доезжаем. Поехали. Не забыл пойти. Вижу цель. Что там с этим? Так. Сейчас, секунду. Так. Состав отряда. Отряд. Ну что? Отряд же должен быть, по идее. Подожди, подожди, подожди. Идем. Я ваша смерть в небе!
стреляй. Черт. Не попал. Ну, все кончено. Я сажусь. Может, подсобишь нам с сумками? Тоже, Ким, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким... Я за штурвал, приятель! Так. Все, выполнили. Совотряда новый? Так. Давайте его возьмем. Так, а что он может? Окей. Так и будет, наверное, сидим ровно в нём. Это встачивать. Столкновение. Так. Ладно. У меня 4 этих. Мы 4 можем для Грейс взять. Ну, к примеру, например. А, получив ранение. Давайте возьмем. Так, ну пока что у нас Грейс. Что у нас тут осталось, давайте то, что осталось, то и пройдем. Что тут есть такое интересное? Вот. Я так и не уничтожил эту штуку. Давайте ее уничтожим. И как раз на этом закончим наш видеоролик. То, что мы сейчас уничтожаем последнюю эту штуку. Последнюю штуку ранчо. Мы уничтожаем ранчо. И на этом мы заканчиваем данный видеоролик. Да. Будет тогда нормальная концовка этому видеоролику. Давайте попробуем. Видите, нам говорят, спасибо, что играете в Far Cry 5. Хорошо. Так. Давайте. Сейчас попробуем, что мы можем сделать с этим. Так, пока что мы телепортируемся. Давайте посмотрим, что будет. Давай, телепортируйся тоже. Давай, телепортируйся быстрее, давай. Он почему-то не телепортируется. Сейчас телепортируется. Все, загрузилось, все нормально. Автомат есть, все есть. Так, окей, мы здесь. Нам нужно до ранчо добраться. Тут какая-то фигня. Его кто-то убитый был. А, он и есть здесь убитый какой-то парень. Окей. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Стой. Видите, уже они... Помните того парня, у которого мы забрали эту тачку? Блин, не брать! Грейс! Поняла тебя! Грейс, давай сюда! Ой, Грейс, сюда! Черт! Грейс, сюда, садись в тачку!
транспорт, не так, по-моему. Да. Тут что-то сразу заехать. Здесь я доеду. Не, я-то доеду. Тачка-то едет, нормально. Так. Погнали. Давайте сюда. Чёрт. Мать твою, иди сюда. У тебя нет... Подмога идет! Сейчас мы с ними разберемся. Пошли. Сигнал включить. Окей. Сейчас мы найдем миномет. Где бы он ни был. Пока у нас Грейс их мочит, это уже немного примочим. Я ранена! Помоги мне! Ты что, издеваешься, угораешь? Я под обстрелом! Мать твою! Позови врача! Что ты творишь? Вижу! Грейс! Вообще все нормально. Чимачи. Занят. Thank you.
всем стоит поучиться у тебя. Ну что ж, на этом давайте мы закончим наше прохождение на сегодня. В общем, мы закончили на том, что вот мы прошли. Мы открыли, значит, что мы за этот видеоролик открыли. Мы, значит, открыли, сейчас скажу, что. Мы, значит, открыли по карте, мы открыли регион Иоанна, у нас целый вот захваченный почти весь он. Смотрите, вот ранчо Иоанна. То есть вообще по Иоанну вообще здесь все, по-моему, захвачено. Но у Веры лучше там захвачено. Ну ладно. Достаточно так и нормально. Здесь есть остров этого нашего Иосифа. Мы туда, наверное, все-таки когда-нибудь в каком-то видеоролике полетим, поедем или, я не знаю, там что сделаем. Ну, в общем, мы там будем. Возможно, даже на следующем видеоролике я попытаюсь как-то туда забраться, потому что там много чего есть интересного, того, чего мы хотели бы посмотреть. Вы, подписчики, и я бы хотел посмотреть это вот место, которое на карте. И, конечно же, вот это вот место, это именно так, как бы главное место. Ну да ладно. В общем, интересно посмотреть. Интересно все сделать. Можно, можно ферму Рэй-Рэй посмотреть. У нас осталось здесь посмотреть. Завод остался. Здесь есть у нас стоянка грузовиков. Здесь есть лагерь. Ну, здесь есть какая-то еще миссия, обитель врат Эдема. Мы можем это все сделать, ну и дофига это еще. Это Аделаида из Марины! Это Аделаида из Марины! Да. Тут повсюду сектанты! В общем, все мы здесь можем посмотреть, пока что... Это Уэйдис. Амигос! Это Хёрк! В общем, вот так вот. Мы на этом, наверное, закончим пока что наш видеоролик. Завтра будет новый видеоролик, конечно же, ребят. Ну и что ж, ладно. Мы закончили этот видеоролик. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. И извиняюсь, что я меню там перещелкиваю, ладно. В общем... Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока!